Так, дамы и господа, новый вид спорта. Московское фигурное катание. В ботинках, в кроссовках, ну или в какой бы там обуви, неважно, потому что погода заставляет сегодня всех быть немножечко спортсменами. В таких природных кондициях лучше, конечно, не прыгать тулупы, а носить их на себе, чтобы не замерзнуть. Ну и будьте предельно осторожны, потому что этот вид спорта довольно-таки травматичный.